Здравствуйте! Меня зовут Юрий Николаевич, фамилия моя Жуков, я бывший профессор Томского университета систем управления и радиоэлектроники. Сейчас я пенсионер. Я являюсь автором так называемой АМАК-системы. Имею 13 патентов на эту систему. Эта система – принципиально новая земледельческая система. Она полностью электрифицирует и автоматизирует земледелие. Таких систем в мире пока нет. Я предлагаю вам на ваших сельхозугодьях построить хотя бы одну опытную АМАК-систему на 100 гектарах и попробовать, и посмотреть, каковы ее возможности и что она из себя представляет. С помощью АМАК-системы можно производить зерно, а также любую другую сельскохозяйственную культуру. Но зерно наиболее эффективно, поскольку это массовая продукция. Что вам даст постройка опытной АМАК-системы? Во-первых, вы будете первым в мире человеком, который откажется от тракторов, комбайнов, автомобилей и будет использовать принципиально новую систему, с помощью которой можно будет полностью электрифицировать и автоматизировать земледелие, например, производство зерна. Во-вторых, построив опытную АМАК-систему, можно будет построить специализированный завод и наладить массовое производство АМАК-систем. Они будут непременно востребованы. И в-третьих, вы перейдете от тракторного земледелия к заводскому, поскольку АМАК-система – это практически самоходный завод со всеми теми комфортными условиями, которые предоставляет современный городской завод. Работник, который будет работать на этом заводе, будет иметь те же комфортные условия, что и работник на современном заводе или в офисе. Я, как нетрудно заметить, уже великовозрастный товарищ, и, конечно, активное принять участие в строительстве опытной АМАК-системы вряд ли смогу, но в качестве консультанта смогу. Вот такое предложение я вам делаю. Построить первую в мире АМАК-систему, которая будет первой полностью электрифицированной и автоматизированной земледельческой системой. Вот такое предложение. Спасибо за внимание.